Традиционно в последнюю субботу марта вот уже 12 лет проходит самая массовая экологическая акция «Час Земли». По задумке Всемирного фонда защиты природы, в этот день 2 миллиарда человек по всему миру выключают свет на 1 час в знак неравнодушия к будущему планеты. В России акция начнется с 20:30 до 21:30 по московскому времени. Акция родилась в Австралии в 2007 году. Впоследствии опыт применили во всех национальных офисах Всемирного фонда защиты животных и стали проводить акцию ежегодно. Смысл всей акции на самом деле не в том, чтобы в этот час вырубить электричество, а в том, чтобы привлечь внимание всех людей, которые проживают во всем мире, к вопросу ресурсосбережения, энергоэффективности, к вопросам решения каких-то глобальных экологических проблем, таких как изменение климата, влияние человека антропогенное, воздействие на природные экосистемы, и в том числе на изменение климата, ну и на сохранение биологического разнообразия. Это одна из актуальных проблем. В нашей стране час Земли пройдет с 20:30 до 21:30 по московскому времени. Организаторы акции предлагают не просто отказаться от электричества на 60 минут, а провести это время с пользой. Либо за просмотром какого-нибудь полезного экологического фильма, либо вы своим детям можете рассказать про энергоэффективность, про ресурсосбережение, либо вы можете сделать, допустим, сортировку мусора своего домашнего со своими детьми. То есть какое-то полезное дело, которое было бы направлено на привлечение внимания всех членов вашей семьи в этот день. Последнее время в акции стали принимать участие и крупные предприятия, и организации. Так, в Нарьян-Маре традиционно отключают подсветку Дворец культуры Арктика, городская и окружная администрация. Екатерина Дементьева, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».